представити вам нашу ранкову гостя Василь Запухляк, хірург-онколог, мамолог Миколаївського обласного онкологічного диспансеру. Доброго ранку, дякую, що завітали. Тож будемо говорити на тему доволі актуальну завжди для жінок. Чому? Я зараз скажу декілька слів, що за даними Міністерства охорони здоров'я з їх офіційного сайту, що кожну годину від захворювання на рак молочних залоз помирає жінка. Це просто жах. Я коли прочитала, це жахіття. Головна причина яка? Що пізнє звернення до лікаря чи що? Давайте зараз будемо з вами розбиратися в цьому. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вернее, больше телезрительница у нас сегодня передача посвящена. И хочу начать с того, что действительно передача не случайна, а приурочена к месячнику всемирного месячника борьбы с раком молочной железы. То есть эта проблема не только в Николаеве и на Украине, это проблема всемирная. И заболеваемость огромная в европейских странах, заболеваемость огромная в Америке. Из бывших постсоветских республик самая большая заболеваемость – это Прибалтика и Украина. Чому? Василь, чому? Чому? Какие причины? Если говорить о причинах, основные причины – это, конечно, метое дисгормональное состояние. Это гормональное нарушение. А что приводит к гормональным нарушениям? Это очень много факторов, которые именуются фактором риска. Вот. Если конкретно говорить о факторах риска, первое необходимо отметить – это возраст женщины. Возраст женщины, если взять возрастной промежуток 40-60 лет, это основной промежуток, где больше всего и пик заболеваемости раком молочной железы. Ученые доказывают, что это, в этот период приходят дисгормональные такие состояния, которые снижают защитные силы организма и повышают пролиферативную активность в ткани молочной железы. Генетична спадковість має місце? Да. Следующее, вот вы уже назвали наследственность. Наследственность, особенно по первой линии, это материнской линии, мать, бабушка имеет большое значение. Но это не значит, что унаследуется болезнь. Это унаследуется предрасположенность болезни. Так. Да, и она реализуется где-то в 7-10% случаев, да. И действительно, мы в своей практике часто наблюдали, в всяком случае, были случаи, когда две сестры или мать и дочь даже одновременно оперировались, лежали, лечились по поводу рака молочной железы. Наследственно сейчас есть лабораторные исследования проводят в плане диагностики предрасположенности к раку молочной железы. Это так называемый мутационный ген BRCA1, BRCA2, который действительно показывает и удостоверяет, что возможность более вероятна в каждом конкретном случае заболеть раком молочной железы. То можно пройти такой тест, да? В каком веке, когда и как? В веке, то, что я говорил, больше после 35-40 лет. Но сейчас рак помолодел, он может в любом возрасте быть, из 20-летнего возраста, и даже с 18 у нас фиксируется случай, да, рака молочной железы. Следующий, это очень много факторов риска, это внешние факторы. Внешние факторы, это имеется в виду питание человека, питание, особенно ожирение, и действительно доказано сейчас, вот если сравнить Японию и Америку, 80 раз заболеваемость в Америке выше, чем в Японии. Потому что фастфуды, да, напевно, жирная совершенно ниже, правильно. Так? Они мотивируют и объясняют этот фактор, который имеет большое значение здесь. Имеет значение прием гормональных препаратов женщины. Вы знаете, что много женщин принимает контрацептивные препараты и заместительную гормонотерапию при климактерических состояниях. Но они показаны и должны под контролем врача проводиться лечение, но при длительном приеме они могут вызывать пролиферации и опухоли процессы молочной железы. А от я ще читала, що пізня вагітність або взагалі відсутність пологів, що робили порівняння. Жінка, яка, наприклад, народила трьох дітей, годувала, і кого не було взагалі вагітності, ризик вищий. Це правда? Это следующая группа, так называемая эндогенная группа или гормональный фактор,
которая имеет огромное значение тоже, потому что мы знаем гормональную зависимость молочной железы, и если то, что вы назвали не рожавшие или поздно рожавшие, если не кормящие или малокормящие, угу. Вот, функция детородная, функция лактационная, функция менструально имеет прямое тоже отношение, и чаще всего при таких состояниях возникают опухоли процесса молочной железы. Вот. Стресс имеет, сейчас стрессовая теория тоже, это как пусковой механизм, вот, хронический стресс вызывает пусковой механизм нейроэндокринные изменения. Вот, поэтому этому моменту придается большое значение, и женщины должны поэтому знать об этой причине и заниматься аутотренингом, самовнушением. Внушать и программировать, что у нее все хорошо, угу. У нее должно быть все нормально. Тобто найстрашніший наш ворог – стрес, від якого все починається. Точно правильно? Так. Потім іде збій по всьому організму і так далі. От ви кажете, 40-60 років, помолодшила. Коли варто робити обстеження у мамолога? І як часто? І не лише ж у мамолога, правильно? Значить, якщо говорити про обстеження, треба говорити про діагностику рака молочної желези, а основні пути диагностики – это метод клинического обследования угу. врача раз в год. Это метод самообследования женщины. Давайте зупинимось на нем. Да. Метод самообследования женщины действительно метод доступный, метод не требующий каких-то экономических затрат, и он высокоэффективный, если регулярно женщина проводит обследование. И как ее проводить? В возрасте, с 20-летнего возраста, женщина регулярно должна в репродуктивном возрасте, первую неделю после месячных, смотреть себе грудь. Вот. Это должно быть женщина как атрибут такой гигиенический, и она должна раз в месяц выбрать день и проводить, особенно когда кожа влажная, мокрая, в ванной или в душе, это легко проводится. Правой рукой левую молочную железу, угу. прощупывает левой рукой правую молочную железу. И если регулярно проводить такие обследования, женщина четко может заметить изменения и какие-то узелковые образования. Они невелики будут, да, правильно? Да. Значит, но я должен сказать, что образование – это не значит, что это опухолевый процесс. Угу. Опухолевый процесс где-то 15-20% может быть, а в основном это доброкачественное образование. Это кисты могут быть, угу. это липомы могут быть, жировые образования. Это будет мастопатия, кистозно-фиброзные такие изменения. Но все равно женщина, которая это находит, она должна проконсультироваться у специалиста, врача, мамолога или гинеколога по месту жительства. Вот. И хочу сказать, куда действительно должна обращаться женщина за консультацией. За консультацией она должна обращаться в первую очередь по месту жительства. Или семейному угу. лекарю, или гинекологу первой, второй ланки, угу. где они смотрят, обследуют и по показаниям направляют, лечат на месте или направляют в специализированное учреждение. То есть метод самообследования, он малозатратный, но здесь какие положительные, какие отрицательные моменты. Значит, положительное то, что он доступный и, как я говорю, экономически незатратный, но дело в том, что он диагностирует только в клинической форме. То есть, мы когда, можем помолиться, правильно? Да. Когда проявление уже идет, пальпируется образование до клинической формы, угу. они, конечно, не могут диагностировать. И здесь надо говорить о маммографии, инструментальной диагностике, маммографии или УЗИ-исследования, которые действительно могут увидеть опухолевые процессы до клинического проявления, до пальпируемых опухолей. Например, маммография – это рентгеновское исследование, оно может за 3 года до проявления угу. болезни увидеть изменения. О, так это же хорошие показники в том, да. что… И весь мировые, в мире страны, которые развиты и имеют возможность проводить такие обследования, они действительно показали эффективность этого метода, скринингового метода, именно маммографии. Вот. Угу. И следующий метод – это клиническое обследование молочной железы, которое должно проводиться с 20 лет женщины регулярно, один раз в год. Врач должен осматривать женщину по месту жительства. При
обращение по другим причинам, или при профилактических осмотрах она раз в год должна быть осмотрена у специалиста. Декілька запитань від вас, від наших телеглядачів, зокрема, одне із них щодо носіння правильної білизни, що це теж є фактором, хоча ви його не назвали, це так чи ні? Чи да, це ні? Это фактор, теж як внешній фактор, белье должно быть, действительно, подбор белья должен быть, белье естественное, должно быть не синтетическое, должно быть по форме молочной железы, не плотное, не ослабленное. Обязательно должны быть бретельки, которые должны держать форму молочной железы. И, в принципе, это имеет значение в плане то, что ни компрессии нет подмышечных лимфоузлов. Обязательно здесь надо сказать, что женщина не должна одевать белье на ночь, она должна снимать ее обязательно, вот, должна, ну, никакие механические воздействия от этого белья, которые носят для поддержки молочной железы, да, для формы молочной железы не должны быть в этом белье. Вот. То есть белье должно быть простое по форме молочной железы, носиться днем, и это имеет значение в плане профілактики опухолю процесу молочної желези. І ще одне запитання, якщо можна, теж від наших глядачів, при самообстеженні, якщо жінка бачить, що в неї різна форма грудей або там симетрично неправильно, це природні чинники, чи теж на це варто звернути увагу і звернутися до лікаря? Ну, асиметрія молочної желези – це не патологія. Не патологія. Ні. Дело в том, что если посмотреть и обследовать любую женщину, у нее есть определенная асимметрия, есть одна молочная железа, как бы форма ее немножко меньше или больше. Вот. Поэтому это не является патологией, это гормональное воздействие, и, в принципе, женщина не должна на это особо обращать внимание и переживать за какие-то последствия. Ну, специалиста надо проконсультироваться, потому что асимметрии бывают разные, и если эта асимметрия появилась в коротком промежутке, то может быть и проявление каких-то изменений молочной железе и связано даже с опухолевыми процессами. Если, то есть специалист должен посмотреть и проконсультировать каждый конкретный случай. И останнє запитання, маємо 2 хвилини, лікування, тобто життя до і після. Я начитала дуже багато коментарів жінок, що кажуть, все життя не буде таким, як було. Лікують же, допомагають і морально, і психологічно. Да, лечение, в принципе, если ранее диагностировано в стадиях опухоли молочной железы первые-вторые. Да, у нас критерий какой эффективности лечения, это 5-летняя, 10-летняя выживаемость. Значит, 5-летняя выживаемость это 95-98%, если начальная стадия, первая, вторая стадия. То есть рак молочной железы лечится. Основная задача это раннее выявление ее. Раннее выявление и своевременное применение лечения. Основной вид лечения – это хирургическое лечение. Вспомогательное – это химиотерапия, лучевые методы лечения. Они эффективны в комплексе, если они показаны, и, в принципе, успешно лечится рак в начальных стадиях. И я должен сказать, что никто из женщин не застрахован от опухоли молочной железы. Но женщина, которая следит за своим образом жизни, уделяет внимание, смотрит за своим телом, регулярно проходит профилактические осмотры, она имеет намного больше шансов оставаться здоровой и, в принципі, не боліть раком молочної желези. Я вам щиро дякую. Василь Запухляк, хірург-онколог, мамолог Миколаївського обласного онкологічного диспансеру, був у нас в гостях. Слідкуйте за собою, бережіть себе і знаєте, краще раніше звернутися, попередити хворобу, ніж потім вибиратися від неї, з неї, тому що це дійсно складно.